я каждый год бегаю, это моя традиция уже 6 лет. Готовился уже где-то неделю, наверное. Специально. Ну, я 5 километров бегу, такая небольшая моя традиция. Чисто планирую добежать хотя бы. Не подсказаться, не упасть, добежать целым и живым. Всегда начинали бегать с 5 километров. 3 года бежали 10 километров, вот первый год побежали 21. Ощущения самые невероятные. В своем темпе. Красиво. Будем бежать 5,5 километров. Ощущения... Хочется сделать это красиво, быстро, качественно, получить максимально положительные эмоции, зарядиться на целый год вперед. Погода шепчет, дождик, то, что надо. Погода, она в душе. Да. Мы не сахарные, не растаем. Я не думала, что первые 21 километр будут при таких погодных условиях. Было непросто, где-то местами тяжело, на 13 километре, наверное, уже... Вот так я просила, чтобы второе дыхание наконец-то открылось. Что легко, то бесполезно. Поэтому нужно ставить себе вызовы, и обязательно у тебя все получится. Пробежала 10,5 километров. Сейчас вместе с любимым лингвистическим университетом бежала 5,5 километров. Все круто, все супер, эмоции непередаваемые. Сегодня на 5000 метров был установлен наш личный рекорд, и мы выбежали из 20 минут. Ура! Да, это, наверное, один из первых разов, когда я один из первых. Вообще, это чудесное ощущение. Пробежал 5 километров. Хотелось бы, конечно, 10, но не смог. Многих не очень, поэтому мы решили немножко всех развеселить и поднять настроение. Все, пока видели нас, все нас останавливали, чтобы сфотографироваться, и все улыбались. Ну, по-моему, это круто. Ну, для начала мне казалось, что это будет очень тяжело, особенно когда вот видишь первый километр и понимаешь, что тебе еще 4, гора, потом подъем к ней. Это было тяжело, но главное иметь силу духа. Очень огромное спасибо тем, кто стоял, нас поддерживал, давал нам пятюни, кричал. Это было очень приятно, это давало мотивацию идти до конца. Всем спасибо, всех люблю. We'll be right back.
уже 15-16 лет в спорте, в профессиональном. Поэтому ну, для меня любые соревнования – это праздник. А так вообще очень много, на самом деле, любителей, когда мы пересекались на трассе. Вот, была прям такая мощная поддержка. Ну, все-таки беговое сообщество, оно такое крупное, большое. Можно сказать, все друг друга знаем, и это очень радует. Ощущение самое праздничное. Конечно, первое место, всегда этому рад, очень радуешься. Все классно. Конечно, погода чуть-чуть, а так все самые положительные эмоции. То есть я только полгодика вот как стала мамой, поэтому по чуть-чуть, понемножку начала готовиться. Не ставила каких-то себе задач сверх. Просто хотелось пробежать, почувствовать эту атмосферу, праздник, атмосферу. И, конечно, получилось очень все замечательно и хорошо, первое место.